так, я там хотела рассказать до того, когда Дамир решил сфотографироваться в лесочке. В общем, я ездила делать с Дамиром документы только что. Мы поехали в то место, в котором, ну, вот обычно мы делаем документы. Сходи отсюда, ва. И залезай опять на эту штуку. Короче, мы пошли... Не убегай от меня! Короче... Мы поехали с Дамиром сегодня делать, ну, чуть быстрее. Я ж не имела в виду с таким фанатизмом. Короче, дубль который. Поехали сегодня с Дамиром делать документы. Поехали в то место, ну, вот, в котором мы обычно делаем документы подобного рода, подобного характера. И что там у нее была такая огромная очередь. Потом она мне начала какую-то фигню рассказывать, типа... Ну, типа, короче, я чуть ли не сама должна догадаться, какие мне там нужны документы, вот. Это самое. Ну. Её кашу. Баклажки с водой она везет. Каша? Да. Так вот, она мне, значит. А? Каша водяная. Пойдем, пожалуйста. Дамир, ты специально? То ты бежишь, улетаешь, убегаешь от меня. Ты хочешь, чтобы тебя машина сбила? Нет. Или чтобы ты убежал и орал вот так. Мама, мама, как ты до этого орал? У тебя такой прикол прятаться от меня. Ты хочешь, чтобы тебя украли, или ты попал под машину. Почему так происходит? Я не буду тебя никуда брать, если ты будешь от меня убегать. Ну и не надо, когда я тебе говорю, не убегай, пожалуйста, от меня. Не надо, пожалуйста, в этот момент брать и вот так, ну так прям идти. Вот прям еле идешь прям. Ты издеваешься надо мной. Я тебя больше брать с собой не буду. Мороженое уже растаяло. Я тебя не буду больше брать с собой. Понятно? Я с тобой еще отвезу и буду брать. А ты будешь так делать еще? Нет. А ты ничего не хочешь мне сказать? Не, угу. Букетик маме. Да. Не надо от меня убегать, Дамирчик. Понятно? Да. Ты не представляешь себе, какие ситуации могут быть. Выбежал, выехала машина. Ты что, сильно внимательно смотришь? Нет, ты вообще невнимательный. Выйдет вот так машина, и все. Ты не представляешь, насколько сильно я за тебя переживаю. И как я тебя люблю. Понятно? Я по природе. Так вот, сейчас мороженое растает. Неси вещи. Неси их сам. Документы наши, неси. Я не прогуливаюсь, у меня рука уже отваливается. Отдай их. У меня рука уже отваливается. Чего ж ты издеваешься надо мной? Прогуливайся, я пошла домой. Прогуливаться ходят налегке, а не с тяжелыми пакетами, Дамирчик. Ясно? Издеваешься надо мной? Иди домой сам. До свидания. Кто это идет? Это я иду. Это я иду. Подумала, сдалека же папа. Да, это папа. Да? Нет, чем тут лазит? Это не папа. Это он или не? Что-то сблизи все меньше похож. Нет. Нет? О, господи. Пошли, короче. О, глянь, какие цветы красивые. Видишь? Да, это видишь, видишь? Да какая это черемуха? Черемуха растет на ветках. Гля, какие красивые.